После мягкой осени нам обещают холодную зиму. Правила поведения при низкой температуре очень простые. Хорошо питайтесь, больше двигайтесь и тепло одевайтесь. А еще в мороз согревает любовь. Какие методы используют северодвинцы, мы спросили на улице города. Да, вообще-то хорошо одеться и быстро ходить, и можно не замерзнуть. А дома чаек горяченький с лимончиком, с медом. И все замечательно. Что можно использовать для того, чтобы согреться зимой? Теплые пуховики. Просто запасаться ими. Дома, если у меня дома хорошее отопление, батареи горячие, тепло, утепляем окна. Стеклопакеты, пожалуйста, кому не хватает обогреватель. А на улице, если холодно, одевайтесь потеплее, либо перебежками в магазин загреться, зайти погреться. Теплые вещи, что используем? Ну и все, может, где-нибудь напитки, праздники, веселье. Теплее одеваться. Вот капюшон такой. Я также. Ну, как говорят, за эту зиму обещают самый холодный за последние 20 лет. Так что что, будем греться. А 21-го конец света, да какая разница так-то? Холодная зима, теплая. Это северные нам платят, платят, все, живем на севере. Чтобы ТЭЦ лучше работало, чтобы дома было тепло. И коммунальные службы. А остальное уже как людям захочется. Лично у каждого свой будет метод. Привычка все определяет. Привыкли к морозу, куда денешься.